Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Передо мной находится устройство OnePlus Nord CE2, и сейчас я покажу вам, как на данном устройстве включить режим, ночной режим. Для этого мы опускаем вниз нашу шторку, и здесь у нас есть режим, который называется защита глаз. Это есть наш ночной режим, нажимаем на него и видим, как меняется свет экрана. Нажимаем еще раз, и он отключается. Также, если зажав данную кнопочку, мы можем перейти в настройки данного режима и настроить, например, расписание персональное, там, когда будет включаться, когда выключаться, и нажать «Сохранить». Также мы можем настроить цветовую температуру экрана от более холодной до более теплой. И также эффект отображения, цвет, который защищает зрение, не снижает цветность, и черно-белый, который еще больше снижает насыщенность цветов. Но два сразу мы выбрать не можем, поэтому только что-то из этого. И, в принципе, на этом все. Спасибо за просмотр, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.